Сайрам, с Рождеством. Мы пришли в 8:00 на второй этаж к девочкам в гости. И сейчас покажем, как устроено общежитие на 8 человек. Вот. Хочу показать в честь Рождества вот такие съемочки сегодня сделать. Ну, давай, Тамарочка. Угу. Вот Тамарочка дверку мне открывает. Пожалуйста. Сейчас, секундочку. Пожалуйста. Тапочки все можешь снять. Да. Называется, да? Свет включу пока, да? Можно? Вот она, комната на 8 человек. На 8 кроватей. Сайрам, господа. Вот живут так, ну, тесненько, но дружненько. Здесь у них общий стол. У кого что есть, у кого есть кипятильники, у кого есть вот даже... Вот фрукты прямо покажи поближе. Папайя, гранаты. Сколько стоит такая папайя? Где-то 15. 15 рупий, да? Вот такая вот, да, вот она вот такого размера. 15-20. Ну, килограмм, да, где-то? Да. Дыньки, виноград. Виноград почем? Виноград нам подарили, презентовали. Да. Бананы 3 рупии штучка в магазине у нас стоит. Иногда по 2 можно договориться. Это вечером, наверное, уже. Да. Вот. Дыни, арбузы. Вот дыни на десятку даже брали 3. Да. Дыни. Угу. На десятку они в меру сладкие. В принципе-то неплохие дыни, да. Но помидорки сейчас дорогие, рупий 30, наверное, да? 30, угу, да, рупий, угу. 30 где-то. Вот ананас. Вот у девочек такой самодельный маленький алтарь. Из тумбочек, из коробочек, да. Подними. Из коробочек сделана тумбочка. У них там есть миксер. Они делают по утрам себе джус, сок. Фруктовый. Это джус. Твоя кроватка? Это Танина. Это Танина кроватка. Танина. Зеркало подвешено. Там сейчас у нас идут баджаны, 9 часов, сколько времени? 9 часов 10 минут, до 9:30 будут идти баджаны. Это твоя, да, кроватка? Да, это вот моя кроватка. Ну, вообще, я бы сказала, ты по-богатому живешь, у тебя и столик есть, у тебя а и полочки есть. Не только на меня. Столик здесь пользуется, и Тамара пользуется, и Таня пользуется. Да, это покупочки. Вот шарф. Ой, какая красивая сумочка, мне нравится. Да. Хочу, хочу такую. Сразу хочу. Надо будет... Сумочки. Покажите мне, где купили. Я посмотрю, да, может, поменьше. Шарф вчера купила. А, тоже миленький. Очень красивый, за 150. За 150? Да, за 150. Тоже покажешь места. Так, теперь вот. Масло для волос. А, да, я хотела вчера посмотреть, масло какие бы волос. Они вещи рекомендовали покупать здесь. Вот для масло, волос. Я видела такой порошок еще, по-моему, для волос. Вот. Сколько стоит шеша? Шеша вот это стоит 115 рупий. Угу. Хорошо. Хватает надолго. Вот 3 вида чеванпраша. Чеванпраш, полезная и вещь. Для всей семьи. И для всей. Теперь... Чеванпраш фирмы Добур, тоже для всей семьи. Он более перченый. Mm-hmm. Он более перченый. Чеванпраш с шафраном. Uh-huh. Амла с Амла, витамином С. Да, uh-huh. И с шафраном. Его больше дети любят. Он сладкий. Uh-huh. На меду. Что еще у тебя, да, есть интересное? Натуральная хна. Вот то, что. Сколько стоит? Сколько хна? Грамм? Так, хна где-то стоит прямо. Так, 25 рупий вот такой пакетик. 25 рупий, да. Очень вижу. Да. Паста. А, вот эта паста очень хорошая, тоже, да, ним. Вот паста ним, паста Месвак. Месвак. Угу. Неплохо. Крем.
кумкумади. А, кумкумади. Вот, кстати, об этих кремах я даже отдельно хотела снять немножечко, потому что я уже нашла, вот вижу, это третий вид кумкумади, который я вижу, да. Говорят, просто омолаживает лицо, убирает морщинки со страшной скоростью. Мне муж привез одну бутылочку масла и одну я здесь купила. Дорогая, правда, 30 грамм, 380 рублей стоит. Ну и хватает надолго. Да. Это тальк для женщин, великолепный. Великолепно снимает потливость, недорогой тальк. Ясно. Да. Так, какие у вас еще есть открытия для европейских друзей? Шарфы. Вот шарф. В местном прямо в ашраме магазин. Цена. 87 рупий, по-моему. 87 или 97? Ну, 67. 67 всего. Ну, ладно. 60 натуральный котон. А, ну да, у меня такие есть. Великолепно, разные цвета. Да, на подарочки хорошо. Они так и красиво скручены, кстати. На подарочки. Вот это вот самые такие вот. Внизу вот сидушечки у них для сидушечки, Даршина. Здесь полочки. Полочки, кто уезжает, я вот уже когда жила в таких восьмиместных, кто уезжает, кто от чего-то отказывается, закидывает наверх, и, ну, такое правило, можно забирать, кто новый въезжает в ашрам, можно забирать, и также можно отказаться от своего, у кого-то лишнее одеяло тяжелое, у кого-то просто не нужны, кого-то сари задарили, они не хотят вести. Одеяло. Ого, дальше передаю. Какое толстое. Передаю. Замечательно. Да. Да, теперь. А куда все поисчезали? Туалет свободно? Да. Чистенько. Все чистенько. Сами делаем уборку. Все сами по очереди. Кто свободен? Кто особо не например, кто свободен, тот и сделает. Да. Но иногда бывает особо принципиальные попадаются, такая ругань стоит. Нет, бывает иногда вот иностраночки, они по-своему, а мужик, кто свободен. Да, и вот здесь у нас душ. Тоже чистый душ. Чистый душик такой индивидуальный. Ну, все нормально, все дружненько. Ой, какая. Интересная идея. Обрезали кусок бутылки. Это Танюшка. И, пожалуйста. Это Танюшка. Слушайте, у нас. Ну вы вообще. И вот чтобы не разбрызгивал, Тоже повесили. Тоже. Это Таня у нас. От бутылки, ну молодцы. Да, это у нас Таня. Она у нас. Все у нее подвешено. А куда Таня-то делась, кстати? Наверное, убежала. Да. Ну вот все. Передавай привет, поздравления. Дорогая Россия, Украина и все страны Советского Союза, всех с Рождеством, крепкого всем здоровья, наилучшие пожелания мне жить дружно, мирно и делать все друг другу подарки и хорошие дела. Все, спасибо. Спасибо за приглашение снять комнату. Осталось мне только снять двухместки.